такой вот, вы нахуя торопитесь, что ли, сильно, блядь, да? Надо было, блядь, чуть газ не дать, нахуй, чтобы не пустить, нахуй. Не пусть же стоят, вода рядом, блядь. Да нет, это еще не рядом. Рядом, когда она по асфальту вон, бежит. Вон проезжали, блядь, совсем рядом, блядь. Сантимов 30, нахуй, блядь. Одно местечко, местечко, а потом больше, больше сразу. Вот тут переливает обычно. Пост стоит здесь, не пускают нахуй, и через гору.
круто. Сейчас, блядь, начнется. Тут, блядь, машин-то вон чуть-чуть, нахуй, и то уже, блядь, еле тянутся, блядь, да? Тебе надо было выводить перед остановкой, обогнать. Кого? Вот этого. Которая на нас вылезла. Ну хули положили, хоть бы переносили нахуй, ёб твою мать. Матерился бы ты поменьше. Ну не умею я так. Ну мне ж потом монтировать. Ну вырежешь. Да, блядь, ну да нехуй его монтировать. А что сам материшься? Так уже все, пиздец, кино. Хотел ягоды выписать, нахуй. Не могу найти, нахуй, где ее выписывают, нахуй. Агрофирмы, блядь, это, блядь. Нашел одну. Ягоды нет.
потом еще туда поехать. Хуй. Снова всем здравствуйте. Решили мы с Серегой посадить. Корешки золотого корня раздобыли. Сейчас вот здесь луночку сделаем и посадим их. Камешками вот этими красивыми обложим. Потом посмотрим, так, что у нас получилось. Вот так вот все. Сейчас землю сюда высыпали мы. Так, корешок сюдой. Так. Сейчас камушками обложим красиво. Сейчас заваляем, как попало, и все, в камушках будет расти красиво. Вот так вот поставим. О, сильно не засыпай. И вот сюда вот один давай втюхаем. А вот. Вот он. Самый ядреный кусочек. Вот так вот. И все дело. Все. Вот такая у нас получилась грядка с золотым корнем. Это называется по-научному радиола розовая. Вот и все дела. Сейчас польем маленько марганцем. И все дела. Вообще все дела будут. Все, всем пока. Ну все. Корешок посажен. Кроме корешка, тут еще у нас еще растет. Такой вот подснежник. Или как он там называется. А вот колба есть. Черемша, вшивик. Ну, как еще, ее еще назвать? Еще она. Вон еще маленький вшивик, колба, черемша. Продолжение следует. Белоголовый тянет. Посадили мы цветочки, цветочки радиолу розовую. И решили найти, поискать в этом лесу строчки, сморчки, грибочки. Ну, штук 5 нашли, уже в пакетике лежат. И погнали мы еще посмотреть. Забыл, как звать. Колбу. Оу! Пойдем. Здесь вот так вот. Вот как медуница цветет. Прям красиво. Запах ты тут у меня с нюхом у меня не важно. Но здесь меня аж пробило. Особенно сосновым лесом. Пойдем мы на ту сторону. Это мы по северной стороне шли. Пойдем на южную посмотрим. Там должно быть получше маленечко. Может быть, там нам с чем-нибудь повезет. Либо с морчками, со строчками, либо с колбой. Да. Тут, ё-моё.
дорога не ахти. Ну мы-то не это. Мы пешие. О, ребята, демократы. Свиней у нас везде хватает. Без свинства ну никак. Люди твари. Здесь совсем другой лес. Туда мы ездили за колбой, это километров за 50-60. Фух. А здесь в половину меньше. Даже, наверное, больше, чем в половину. Ну все. Помоя больше здесь не будет. Это вот, наверное, единственное. Ну, засрали бы, конечно, если бы дорога была. А подниматься, они фиг поднимутся, если на таких машинках нам, таких на легковых, вывозить сюда нам норовят. Все, они тут и будут буксовать. И не позвонить никому, связи тютю. Поэтому, чем больше будет таких мест, тем лес будет чище. Фух. Я про Соньку свою забыл. Она у меня болтается дома, болтается. А сегодня я взял Соню свою, маленькую, беленькую. Оба-на, здесь что у нас? Фу, ё-моё, это папоротник лезет. Да, кстати, уже папоротник вылез там на той стороне, на северку. Несколько кустиков видел. Все, пошло дело. А тут уже все в траве. Тут уже все. А, хорошо так, как Федя. Сейчас быстро все тут вырастет. А травы будет в колено. И никаких тут сморчков не увидишь. Ладно, что будет интересно, я включусь. Пока отключаюсь. Фух. Нам еще тюктярить километра. Оу! Орет. Километра два еще идти до того места, где мы видели одно время колбу, черемшу, вшивик. А пока отключаюсь. Ну вот что я говорил. Вот он, папоротник. Уже вопер. Полный лошад такой вот он. Рвать я его пока не буду. Пусть растет. Кому-нибудь пригодится, мне не надо. Так, поперли дальше. А тут у нас все в подснежниках. Немножко дров. Вот такой распадочек здесь. И ни грибов, и ни колбы. Одна трава кругом. Вот куда ветка прилетела. Сосенная от сосны. Вот как папоротник завернулся. Сейчас покажу. Но это не орляк. Орляк совсем другой. Орляк я первый показывал. А тут что-то тоже не видать его. Не вылез, наверное, еще. Солнечная сторона, прям вот лужайка солнечная. Фух. Вот верхом идти или низом. Пойду пониже. Все тащит куда-то вниз. И вниз, и вниз. Фух. Ни грибов, ни колбы не видать. Фух. На ту бы гору не удрать. А то дурная голова не дает ногам покоя. Хочется везде побывать. Но не получается. А здесь вот такая вот Вероника. Вот это вот. Это Вероника. Вроде так называются цветочки. А может и не Вероника. Точно не знаю. Но они красивые. О, на одном кусту два цвета. Ё-моё, ну-ка. Вот здесь я посмотрю. Грибочки. Грибочки я не вижу.
кто-нибудь видит? Я нет. Черемаха скоро распустится. Черемаха скоро распустится. Это снова папоротник. Но не орляк. Кряк, кряк, не орляк. Все, здесь вот какая лужайка заливная. Солнышком. Тенью маленько. Здесь есть где развернуться. Ни кустов, ничего нема. Почти. Люди дровишки заготавливают. О, качается потихоньку. Ладно, дальше поперли. О, ой, чуть не упал. Серега нашел кусочек колбы. Вон. Это же вот самая толстая вот. Да. 3 миллиметра. Ну, 4 от силы. Вот тут ниже. Ну, может, во враге там есть, во врагу. Может, и будет. Ну, вот она толстая тут не будет. Понятно. Можно возвращаться? Да. Тихо. Нечего здесь делать больше. Не, ну эти-то надо поискать, наверное. Большая. Надо на другую сторону перейти. На север. А там что там делать на север? Ну эти поискать. Там юг, наоборот. Ой, сейчас уже непонятно, где север, где юг. Солнце за спиной. А вон та северная сторона. Я там южная сторона. Вот там, а мы на северной. Север, да. Ладно. Что будет интересно, покажу. А вот еще грибочки попались нам съедобные. Но мы их рвать не будем. Съедобные. Не дану-ка мне тут. Я забыл, как их звать, но я знаю, что они съедобные. Их надо много искать. А их очень мало в лесу. Пойдем дальше. Ну что, ребята, в том лесу нет нифига, кроме пучка колбы, мелкой-примелкой. Перешли мы через бугор, через хребет, вот сюда вот, в березовый лес. Пошляемся здесь. Здесь грибочки должны быть попадаться, по идее. Ну, первые-то вот несколько штук мы вот в этом же лесу собрали. Но нам охота было посмотреть, что с колбой. Мы теперь знаем, что там колба есть. Вернее, мы даже знали, что она там есть. Ну, мы рассчитывали на большее. Думали, она там крупненькая. А она там вообще ни о чем. Вот так как-то. А здесь примерно вот такая бяка. Вот. Летают жучки, паучки. Вон пчелки уже медок собирают. Вот они. Сергозы! А вон ты где? Да я тебя не видел. Не! Надо пониже спуститься. Где-то кто-то гудит. Вот он. Лохоматый шемель. Все проверил. Аж кусты шевелятся. О, еще один. Мариман. Не надо меня кусать. Мы с тобой одной крови. О. Почти. Ну что бы им здесь не расти-то? А ведь нету. Если травы меньше, их хорошо должно видать. Сморчки, ау. Строчки, уа. Нету. Тю-тю. Ну нету и не надо. Зато выгуляемся. Не дома сидеть в трех комнатах. О, проволока. Видал? Даже здесь проволока. Тут где-то шахта была, говорят. Серега знает, где там внизу
Вот там внизу шахта была. По-моему, так. А, все, вон он шляется. У него хороший маяк. У него пакет красный. Сейчас вылезет. Вон он с красным пакетом мужик ходит. Это не пакет, это даже не пакет, это мешок у него. Красный. Сейчас я к капушке подойду. Там красиво должно быть. Вниз туда. А, был я тут. 100 пудов был. Все, окраина. О, дракон от меня удирает. Куда только стоит? Все, свинтил. Там уже дачи начинаются. Ну, как-то так здесь. Карагай. Высокий такой вот. Да, что-то мы смифовали опять. Опять не по-нашенски все получилось. Ну, памяти совсем нет. Хотели же соку березового набрать. Приехать сразу поставить надо было. Сейчас бы уже пришли бы и соку бы напились. Ой, еле вылез. Фух. Пожалуйста. Линия электропередач была. Фух. Ну все. Так, бровочкой и пойдем. Вот такая у нас сегодня березовая чаща роща. Без грибов. Фух. Вот такая у нас чаща роща. А еще вот что есть на ней. Сувель. Красивенький. Трава похожа на колбу, но это не она. Так и на язык так вот это хочется спеть. Фух. Ни колбы, ни грибов не видать. Ветерок сосенку завалил. Он отломил ее. И она теперь здесь будет лежать гнить. Сама по себе. Упала. А вот. А тут папоротник, смотрите, какой уже большой. Вот кустик. Вот кустик. А тут вообще, бля, здоровый. Прям нарвать охота. Пожалуйста. Ну как не надрать, если оно все тут само в руки идет. Серега! Не слышит. Вон они, вон они, вон они. Вот они. Кустики. Да хорошенький, толстенький прям. Ядреный. Орал, что ли, кто? Или медведь ревел?
развод оставлю маленько. Да тут его без развода будет столько, что никому не сожрать его. А этот рвать не буду. Вот в чем разница. Вот в левой руке у меня орляк, а этот, который не орляк. Все, пучок есть. Рублей, но первые по сотке пойдет. Так, смотрим. Вот он. Бах, сорвали. Ха, собака гавкает. Где-то гавкает собачка. Вот еще. Я тут был. Тут вот он, папоротник. Торчит весь уже. Большенький. В прошлом году я здесь грибочков собирал, которые на осинках растут. Вот он. Попался мне все-таки. Вот он. Вот у меня пакет тут со мной рядышком. Я его туда бультых. И эти туда же запущу. Все, пусть все лежит там, у меня в пакете. Вот он. Папоротник. Пошел уже. Быстро собирается. 3-4 штучки толстенькие, хорошенькие. Фух. Ветерок дует. Вот как его не сорвать. Смотрите, какой он толстенный прям. Вот какой. Вот это у него корень. Ствол, вернее, сантиметр, наверное. Этот такой же. И этот ништяк. А это вообще огонь. О, штук 10 и пучок будет. Ну и куда? Ну вот они. О, какой пучок. Тут штук с десяток. Они толстые прям. Папоротник огонь. Вот еще один. Вот он. Бах. И тоже его штук. Ладно, пошел я.
А куда мне его? Нарву сейчас опять и все. И кому мне его отдавать? Мне он не нужен. А вообще-то, что не нужен? Первое я сам съем. Приду сейчас и нажарю. Может быть. Опять может быть. Все может быть. Может и не нажарю. Вот он. Вот он. Прям мне нравится такое дело. Вот так вот. Фух. Я даже уже наклоняться лень. Ну, наберу чуть-чуть Сереге, дам и себе. И все. Его тащить, гадина, он тяжелый. Все, не буду брать. Сейчас спина сама гнется к нему. Хотел мимо пройти. Не получается. Вот он. Вот как мимо пройдешь. Смотрите какой. Все. Никаких мимо. Все, вылазить надо отсюда. Иначе меня сейчас вниз стащит. А что, и пусть тащит. Я так и пойду потихоньку, низом. Фух. Все. Вон он с пакета торчит. Такой высокий. Хороший. Папоротник. Попался мне сегодня. Вот только я сдох маленько и все. А так все хорошо. Ну ничего, я сейчас пшикну и полезу. Вот так вот. Вот так вот пойду. Вот так потихонечку. Бочком вот этим. И заодно посмотрю здесь. Фух. А что тут смотреть? Тут вот какая лужайка, смотрите. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Вот сейчас мы сравним. Ага, вот. 11. Два, короче, рвем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пучков и полная ладошка. Не ладошка, а полный, короче. Все, ништяк. Пучок готов. Пучок готов. Продажи. Вот тут еще есть. Фух. Раз. Два. Три, четыре. Все. Битком. Все, пакет мой упал. И это я сюда затолкаю. У меня еще рюкзак есть за спиной. А мне его снимать неохота. Пойду боком. Я боком, камера боком. Вот так мы идем боком. Ладно, выпрямлюсь. Фух. Опять пшикнуться забыл. Меня же давит. Сейчас я поставлю туда. Вот у меня пшикатель. Я ему пробку снимаю. И... Все. Деду стало легче, реже стал дышать. На той стороне я не был еще ни разу. На той вообще не был ни разу. Но это уже был несколько раз. И даже тут вот был, где сейчас стою. А там осталось еще внизу. Ну, вон я их отсюда вижу, торчат. Папоротнички. Пила работает где-то вверху. Люди дрова заготавливают. Помаленьку. По чуть-чуть, по чуть-чуть. О, что я вам сейчас покажу. Оу! Кабель. Шахта была. Вот она.
гора. Здесь что-то было. Я иду. Вот еще кабель. Его уже разобрали. И он тут никому не нужен. Такой толстый, большой шахтовый кабель. Ну, может быть, и нам попадется когда-нибудь, если нам повезет. Фух. Тут вот такие цветочки есть, синенькие. Как они, утиные глазки, что ли, они? Зараза! В огороде посади, она тебе весь огород засадит. Ты где? Иду. Я папоротнику надрал. Елочка. А, в прошлый раз от меня тут сойка где-то удирала, по-моему. Или это коза, как ее называют? Кедровка ли? Так. Фух, попить бы. Что же я не попил-то? Опять выворотень. О, вот я сейчас на нем сяду, отсижусь. И попью чего-нибудь. Водичка же у меня есть. Есть. Так, стоять, Казбек. Нам вон туда он. Брк. И мы дома почти. Ну, в смысле, на даче на Сережкиной. Вот так вот постоит. Ох, какие сучки. Классные. О, как сколько их много тут. Фух. Сяду на пенек и запью водички. Фух. Я рассчитывал, что здесь в лагах еще ручьи будут маленько снеговые. А их фиг. Придется свою воду пить. Небушка у нас вот такое сегодня, хмуренькое немножко. Но немножко. И жарко. Лично мне жарко. Фух. Мошки много. Кто-то здесь где-то помер. Гриб какой-то сдох. Вот она, сколько ее тут сидит. И вот она кружится вся надо мной. Идите отсюда, рано мне еще. Налетели. Вороны. А налетели черные. О, а тут останки былой цивилизации. На конца пойду. Посмотрю, если есть там водичка, я ее наберу. Чимерица. Вот это тут называется. Нет тут нифига. Все, можно не ходить дальше. О, мокро.
Ну это ждать долго. Это перегородить-то ее можно. Фух. Чтоб набрать водички. Ну это когда она? И тут мочежина под ногами хлюпает. Все, откуда вышли, туда и пришли. Вон та соснище лежит. А рядом береза. Все, мы дома. Ну вот такая вот кочка попалась муравьиная. А рядом с ней вот такой цветочек. Что он тут делает, непонятно. Но он такой вот красивенький. И я его сниму. Сфотографирую маленечко. И пойдем. Нам осталось 10 минут, и мы дома. 15. Если вниз не убежим. Эти трудяги всегда пашут. Как только лето наступает, весна, вернее. Вон красивый какой цветочек. Целая грядка почти. Пучок, как он сюда прилетел. Видать, его сюда ветром занесло. Тут еще вот такие вот. Вот такие. И такие. И такие, это все одинаково, все одно и то же. Вот тропиночка пошла, и так в лес уходит. Все. Всем спасибо, кто с нами был. Всем пока. Кому понравилась наша прогулка, вот так вот ставьте. Кому не понравилось, вот так вот ставьте. А что хотите, то и делайте. Мне по барабану. А я... Ну, туда бы еще сходить. Но туда я не пойду уже. Там он далеко, дома уже, видать. Все, мы пришли. Вон уже дача видно. Дача в лесу. Хорошо. Серега обозвал этих... Сморщики, говорит, рыжие козлы, говорит, вас нифига не видно. Все, всем пока. Вот наш сегодняшний урожай. Ну тут без этого никак. А это что за хрень? Открытое что-то. А, это ешь? Да. Мы на даче. Не знаю. Ничего, с лесу пришли. Да. Да. Мало. Ну все, всем пока.